Всем привет! Предлагаю вам попробовать приготовить нежный, воздушный, ароматный и очень вкусный пирог с творогом и с клубникой. Такой пирог обязательно понравится и взрослым, и детям. Также в пирог можно положить любые другие ягоды. Для приготовления пирога нам понадобится: для теста — яйцо, сахар, масло сливочное, мука, разрыхлитель. Для начинки — сахар, яйцо, творог, ванильный сахар, сметана и ягоды. В глубокую посуду просеиваем муку. Добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя. Охлажденное сливочное масло нарезаем кубиками. Смешиваем с мукой. Растираем до состояния крошки. Добавляем 100 грамм сахара, разбиваем одно яйцо и замешиваем мягкое эластичное тесто. Тесто кладем в целлофановый пакет и отправляем в холодильник на 30 минут. Теперь займемся начинкой. В творог добавляем сметану, сахар, одно яйцо, ванильный сахар и взбиваем блендером или миксером до однородной массы. Форму смазываем сливочным маслом. У меня форма диаметром 26 сантиметров. Охлажденное тесто распределяем по форме, делаем бортики приблизительно 4 сантиметра. На тесто выкладываем творожную массу. Сверху кладем ягоды и выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов приблизительно 30 минут. Все зависит от вашей духовки. Вкусный и ароматный пирог с творогом и клубникой готов! Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр и приятного всем аппетита!